Как-то уж так устроен мир, что все действия, поступки, иногда даже мысли больших начальников и наших руководителей всегда находятся в фокусе внимания, всегда на них обращают внимание простые граждане, оценивают, примеряют на себя и так далее. От этого, наверное, никуда не деться. И не исключение здесь чета Хабировых. Все, что делает, говорит Хабиров и его супруга, безусловно, находится в зоне особого внимания, особенно жителей Республики Башкортостан. И тем страннее то, что они время от времени себе позволяют делать, причем зачастую это выглядит очень демонстративно. Я говорю о художественных, музыкальных и прочих культурных пристрастиях этой супружеской пары. Мы уже много говорили о том, как странно устроен вкус Хабирова к музыке, что он вот благоволил этим двум амбассадорам Уфы, я имею в виду Элвин и Грей, которые теперь отдыхают с нашими деньгами в Таиланде, и я говорю о Моргенштерне, которого всячески Хабиров поощрял, и теперь Моргенштерн бежал от преследования со стороны господина Бастрыкина в Эмираты. В общем, как-то странно устроены музыкальные пристрастия самого Хабирова. Мы ничего не знаем про его живописные пристрастия, но теперь вот узнали о том, что супруга его Корене питает неудержимую страсть к одной московской художнице. И я говорю о известной мошеннице, о преступнице, признанной таковою судом, Евгении Васильевой. Вот этот вот давний огромный скандал с Министерством обороны, который произошел где-то там в 12-м, 13-м, 14-м годах, когда Евгения Васильева, будучи руководителем департамента Министерства обороны по имущественным отношениям, была заподозрена, впоследствии и обвинена, и осуждена за мошеннические действия с государственной собственностью Министерства обороны. Вот именно эта дамочка, превратившись в художницу, стала центром внимания на минувшей неделе. Ни много ни мало Евгения Васильева привезла свои, с позволения сказать, картины на выставку в Национальный музей Республики Башкортостан. Вот эта вот мадам-художница от Министерства обороны выставила свои, на мой взгляд, жуткие абсолютно произведения в Центральном музее республики, и вокруг нее заплясала башкирская элита. Ну, во-первых, сопровождала ее при открытии этой выставки сама Корене Хабирова в небесно-голубом тренче от Дживанши. Она, значит, шествовала вместе с этой Евгенией Васильевой по залам Национального музея. За ней семенила Амина Шафикова, сопровождая культурное событие, видимо. И зачем-то был представлен Талгат Тажудин в зеленой челме, видимо, прикрывая все это действие со стороны небес. Не знаю, правда, зачем там был Талгат Тажудин, но, в общем, вот Евгения Васильева. Есть одна деталь. Евгения Васильева то ли жена, то ли гражданская жена, то ли там сожительница, это вот точно неизвестно. Сейчас господин Сердюков не подтверждает, не опровергает то, что они там женаты с этой Евгенией Васильевой, да и бог с ними. Пускай женится на ком угодно, но ведь сам по себе Сердюков — это не пустое место. А отряхнувшись от всех неприятностей с Министерством обороны, господин Сердюков теперь, например, председатель Совета директоров у МПО. И вообще не последний человек во всей этой крупной корпорации там какого-то самолетостроения, вертолетостроения России. В общем, большая шишка. А вот Евгения Васильева, жена она ему или не очень, но тем не менее тоже, видимо, значимая величина. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что вот наши вот эти вот Хабиров и его жена демонстративно являют нам свои пристрастия, нисколько их не стесняясь. Вот эту вот мошенницу Васильеву с почетом возят по Уфе, принимают у нее в дар 10 бессмертных творений ее кисти – и прочее, и прочее, это просто какой-то зашквар. Вот я теперь начинаю понимать смысл этого слова «зашквар». Раскудахтались все наши СМИ, все вот эти вот придворные подлизы, Шамиль Валеев восхищается кистью Васильевой. Валериан Гагин и вовсе заявил, что он врагу не пожелает того, что пережила эта художница. Конец цитаты. Ну, понять, конечно, Валериана можно. Конечно, он врагу не пожелает быть пойманным на коррупции, осужденным, быть признанным мошенником. Конечно, врагу такого депутат Гагин пожелать, наверное, не может. Это, наверное, самое страшное, что может ему присниться. Ну, так вот, всю эту мошенницу
Таскаю, значит, по Уфе, сопровождают люди в челмах и без челмы. Ну, кто там в дживанши, кто в челме, Бадранов был в костюме. Смешно даже слышать, что вся эта выставка, вся вот эта вот комарилия называется «Бурзянская пчела». С чего тут вообще вот эта Васильева «Бурзянская пчела»? Это просто, ну, хохма какая-то. Но, тем не менее, магистр искусств Евгения Васильева заявляет, цитирую, «Мне интересна бурзянская пчела с точки зрения гармонии вкуса». Конец цитаты. У меня сразу вопрос. Гармонии вкуса самой пчелы или чего вообще? Ну и дальше Евгения Васильева объясняет свой жест и говорит, «Я посвятила ей, пчеле, свои работы и живописные краски». Ну, согласитесь, как красиво звучит. Это конец цитаты. В общем, конечно, вот безумие, безвкусица, какой-то бред, по-моему, зашкаливают в нашей Башкирии. Вот они, по-моему, оба, что Ради Хабиров, что Корене Хабирова, упиваются тем, что они могут делать со своей челядью все, что угодно. Скоро они им на тарелке выложат какое-нибудь, простите, дерьмище, а те будут причмокивать и расхваливать, и, значит, выхватывать друг у друга ложку. Вот до такого доходит, по-моему. И, по-моему, они получают удовольствие, я имею в виду Хабировых, от вот этого вот странного самовыражения. Повторюсь, признанную законом мошенницу, которая расхищала государственную собственность, с почетом встречают в Уфе, вручают ей там всевозможные подарки и принимают от нее картины в дар. Хотя, конечно, злые языки говорят о том, что заплатили ей 25 миллионов за эти картины, я, конечно, не верю. Хотя не удивлюсь, если это действительно так. Ну, отрадно то, как среагировала нормальная публика на это все. Это очень отрадно, в том смысле, что нормальные люди сказали, блин, это что такое вообще? Вот. В частности, Игорь Савельев тут высказался достаточно четко, аргументированно и ясно на эту тему. Его тут заклевали, заплевали все наши вот эти вот подлизы и подпевалы. Но ничего, Игорю не привыкать, он умеет отбиваться от этой всей швали. И как-то так совпало, что именно на этой неделе в Уфе произошло еще одно событие из области живописного искусства. Я говорю о той картине, которую нарисовала девушка из Уфы. Художница из Уфы нарисовала эту картину, она едой. И нарисовала она портрет не Сердюкова, а нынешнего премьер-министра Мишустина. Причем она купила еду разную, там крупу, бананы, доширак и прочее, на сумму прожиточного минимума. И вот на эти 12 тысяч она купила продукты, там гречку, доширак, бананы, еще что-то, нарисовала портрет Мишустина, и как она потом сказала, я съела Мишустина. Вот это на самом деле перформанс. Вот это на самом деле, я не могу сказать, что это какая-то вершина в живописи, но это, по крайней мере, какая-то позиция. Вот это вот живописное событие в жизни Республики Башкортостан. А вот это вот безобразие с Васильевой, вот это вот какое-то запредельное лизоблюдство, это, конечно, выглядело отвратительно. Ради Фаритович сейчас опять начнет истерику на тему, что опять обсуждает его жену. Ну, простите, она сама вылезла на передние полосы газет и всевозможных медиа, и везде, значит, вот она в этом голубом своем дживанши ходит и в обнимку с этой мошенницей Сердюковой. У них, по-моему, вообще в семье с Хабировым какое-то нездоровое пристрастие к мошенникам. То Хабиров убивается, поэтому главе района, которого осудили за мошенничество, дали ему 5 лет условно, то Корене Хабирова привозит сюда мошенницу, которую осудили и которой дали 5 лет, и которая, значит, уже отбыла наказание и вот вышла на свободу. Ну, в общем, что это такое? Начальники, руководители должны быть примером для населения, а не шокировать это население какими-то своими странными, на мой взгляд, извращенными пристрастиями.